Гороскоп на 27 июля 2023 года для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! В четверг, Овны, вы будете относиться серьезно к любому делу, за которое беретесь, стараетесь выполнять все обещания. Именно это позволяет добиваться неплохих результатов там, где люди более легкомысленные непременно потерпели бы неудачу. Возможно, деловые переговоры вам удастся убедить потенциальных партнеров в успехе совместных начинаний. Близкие люди не только поддерживают вас морально и дают хорошие советы, но и оказывают реальную помощь, если в этом возникает необходимость. Будет шанс справиться с какими-то сложными семейными проблемами, найти решение, которое устроит всех. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Овны в первой половине дня смогут действовать максимально свободно и уверенно. Все текущие дела, проблемы и вопросы лучше решать именно в это время суток. Ближе к вечеру вам понадобится общение с партнером, его советы по каким-то вопросам. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Овен. Сегодня желания Овна будут идти вразрез с его возможностями. Именно это испортит вам настроение на весь день. Гороскоп не советует быть таким самонадеянным и настырным, ведь время все расставит по своим местам. Овну необходимо соблюдать диету, чтобы радоваться, а не огорчаться своему отражению в зеркале. Гороскоп «Дом» на сегодня. День символизирует обыденность, анализ, равновесие. Он благоприятен для завершения ранее начатой работы, осмысления пройденного пути, наведения порядка в делах. Подведите итоги работы первой недели месяца, чтобы затем с новыми силами включиться в новый цикл, который начнется в ближайшие дни. Личный гороскоп. Напряженный день, требующий серьезного отношения к делам. Необдуманные решения или импульсивные поступки могут привести к непредсказуемым результатам. Жизненный потенциал на высоком уровне, однако из-за противоречивых тенденций дня удача в любой момент может от вас отвернуться. Не исключено, что вам придется решать домашние и личные проблемы, которые отодвинут на второй план все остальные дела. Вероятен выигрыш, удачная покупка или возвращение старого долга. В четверг, Тельцы, у вас появится возможность решить сложную профессиональную задачу, опередить конкурентов и наглядно показать всем заинтересованным лицам, на что вы способны. Можно начинать новые проекты, однако нужно быть готовым к тому, что на первом этапе возникнут трудности, понадобится помощь. Неплохой день для покупок и инвестиций в бизнес. Вам нетрудно догадаться, чего хотят и ждут близкие, да и исполнение их желаний не кажется вам слишком сложным делом. День прекрасно подходит для романтического свидания, во время которого вы сможете совершенно очаровать интересную вам особу. Любовный гороскоп на сегодня для Тельцов. Домашние обязанности будут вызывать у Тельцов неоднозначную реакцию. То вы будете преисполнены энтузиазма и решимости навести порядок во всем доме, то с отвращением отнесетесь к предложению помыть посуду. Ближе к вечеру вашими мыслями завладеют проблемы, касающиеся детей или любимого человека. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Телец. Сегодня карьера Тельца заметно продвинется вперед. Один влиятельный человек даст вам ценные советы, как приумножить и сохранить капитал. В любви не стоит быть таким категоричным, иначе избранник просто сбежит от ваших чрезмерных требований в его адрес. С финансами у Тельца сложная ситуация, но даже не думайте влезать в долги. Гороскоп «Дом» на сегодня. Удачный период для крупных покупок, заключения важных договоров. Тельцы могут выиграть тендер у очень серьезных конкурентов. Никаких эмоций. Действуйте по трезвому расчету. Помните, что, отобрав у конкурента важный заказ, вы взяли на себя большую ответственность. Личный гороскоп. Активный, творческий день, сулящий радужные перспективы. Вероятно, улучшение финансового положения. Возможно, вам предстоит поездка или вас решат отправить в служебную командировку, которая пополнит ваш бюджет. День также окажется благоприятным для заключения новых контрактов и для деловых переговоров. Вы сможете использовать общее благоприятное положение звезд и с блеском осуществить свои деловые идеи. Четверг для близнецов день складывается наилучшим образом.
В первой его половине поступают известия, которых вы давно ждали. Правда, приходится внести некоторые коррективы в свои планы, но для вас это вовсе не проблема. Гибкость и умение подстраиваться под ситуацию всегда были вашими сильными сторонами. Очень удачны разнообразные импровизации и эксперименты. Вы яркая личность, и сегодня это заметно даже тем, кто смотрит совершенно в другую сторону. Легко завоевывая симпатии, вы не теряете головы и хладнокровно выбираете из всех заинтересованных особ именно такого человека, который достоин вашего внимания. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Сегодня близнецы будут более склонны к размышлениям, нежели к активным действиям. Вы сможете обдумать свои планы, последствия от недавних решений, а также дальнейшие перспективы. В решении деловых вопросов вы сегодня сможете обратиться за помощью к другу, который даст дельный совет или поддержит морально. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака близнецы. Гороскоп предсказывает близнецам нелегкий день, когда придется бегать, ездить и договариваться о встречах. У вас голова пойдет кругом от тех событий, которые произойдут в вашей жизни. Близнецам следует держать себя в рамках своих финансовых возможностей. Если вечером почувствуете усталость, то только теплая ванная приведет вас в чувство. Гороскоп «Дом» на сегодня. Многое в личной жизни близнецов способно изменить неожиданные новости из-за границы. Необходима осторожность в контактах с друзьями, которые, сами того не ведая, могут стать вашими соперниками. И это настолько серьезно, что все планы на будущее окажутся на грани полного срыва. Личный гороскоп. Противоречивый день, несущий перемены, приключения, поездки. День может оказаться благоприятным для заключения новых контрактов, для деловых переговоров, обращения к органам власти. Возможно, вам предстоит служебная командировка, которая пополнит ваш бюджет. Вечером вероятны проблемы с близким человеком, непредвиденные траты или хлопоты с детьми. В четверг у Рака первая половина дня очень благоприятна. Идеи и планы, которые появляются у вас в это время, могут показаться слишком смелыми и трудноосуществимыми, но к ним стоит отнестись серьезно. Пройдет немного времени, и вы найдете способ воплотить свои замыслы в жизнь. Вы быстро справляетесь с работой, легко находите общий язык с окружающими, не расстраиваетесь, если возникают мелкие недоразумения. Во второй половине дня поладить с другими людьми становится труднее. И даже с самыми близкими вы порой ссоритесь. Воздержитесь от критических замечаний и резких высказываний. Иногда вы перегибаете палку и говорите очень обидные вещи. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Прилив энергии, который испытают сегодня раки в первой половине дня, необходимо направить на осуществление какой-нибудь мечты или тайной цели. Начинать же новые проекты лучше ближе к вечеру, так как именно в этот период вам будет легче всего найти контакт с любым человеком. Будь то строгий чиновник или маленький ребенок. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. Чем дружелюбнее поведет себя Рак с родственниками, тем быстрее и успешнее решится общий финансовый вопрос. Брать кредит в банке и подписывать крупные контракты не рекомендуется. Тем более, что Рак запланировал на этот месяц дальнюю поездку, а также приобретение для дома и семьи. Гороскоп «Дом» на сегодня. Не исключено, что в приватном разговоре от кого-то из коллег получите неожиданное известие, касающееся кадровых изменений или ценовой политики. Не верьте слухам и не спешите делать выводы. Не делайте ничего особенного, многие проблемы со временем решатся сами собой. Личный гороскоп. Вас ожидает разочарование в собственных силах. Однако, несмотря на то, что этот день в целом будет окрашен в неприятные цвета, вы сможете использовать общее благоприятное положение звезд и с блеском осуществить свои деловые идеи. Не забывайте о своих партнерах, с помощью которых вы достигли тех высот, на которых находитесь. Четверг у Льва – удачный день. События могут развиваться не совсем так, как вы ожидали, и, скорее всего, вы будете этому даже рады. Открываются новые обстоятельства, используя которые, можно быстрее достичь давно поставленных целей. Вероятно, удачные приобретения. Особенно хорошо день подходит для покупки техники, нужной для работы или учебы. Особенно хорошо складывается вторая половина дня. Это время, когда вы стремитесь к гармонии во всем и вполне можете достичь ее.
Не позволяйте окружающим сбить вас с толку и прислушивайтесь к подсказкам интуиции. Любовный гороскоп на сегодня для львов. Львы в этот день погрузятся в мучительные раздумья о смысле жизни. Жажда немедленных действий будет звать вас на совершение подвигов, а природная рассудительность и осторожность заставят вас несколько раз обдумать предстоящие действия. Полученные сегодня сведения о материальном положении ваших конкурентов и недругов смогут принести вам пользу. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Лев. Если Лев с утра отправится в поездку, то она окажется не только увлекательной, но и успешной в плане бизнеса. По возможности исключите контакты с малознакомыми личностями. Гороскоп советует Льву остерегаться тех, кто слишком рьяно интересуется вашим финансовым положением. Новые дела отложите в сторону, а вот мелочам уделите внимание. Гороскоп «Дом» на сегодня. Не исключено, что в служебной сфере или учебе возникнет конфликт интересов. Место одно, а претендентов много. Любое противодействие намеченным планам заставит вас искать иные пути и средства. Эта новая тактика принесет в будущем успех. Будьте решительными и настойчивыми. В некоторых ситуациях придется проявить бескомпромиссность. Личный гороскоп. Напряженный день. Будьте осторожны в отношениях с руководством и коллегами по работе. Ваши инициативы могут оказаться не ко времени. Не принимайте никаких важных решений в финансовых вопросах. Финансовое положение находится в неустойчивом положении. Лучше проявите терпение и подождите более подходящего момента. Только со следующей недели можно ожидать успехов в профессиональной деятельности или укрепления пошатнувшегося авторитета. В четверг у Девы, напряженной и сложной, будет первая половина дня. Часто приходится иметь дело с людьми, которые вам совсем не нравятся. Приходится вести себя очень сдержанно, чтобы не поссориться с ними, но вы все же рискуете сказать или сделать то, о чем потом пожалеете. Со временем влияние негативных тенденций снижается. Некоторые проблемы, тревожившие вас прежде, могут решиться сами собой. Вечер порадует приятными встречами. Будет возможность повидаться со старыми друзьями и другими людьми, которые вам очень дороги. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Сегодня Девы вплоть до вечера будут витать в облаках, не желая нагружать себя сложной и рутинной работой. В этот период лучше заняться решением простых повседневных задач, а более важные вопросы отложить на вечер. Недолгое уединение поможет вам привести в порядок мысли и душевное состояние. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Сегодня Деве предстоит с утра до вечера заниматься домашними делами, а также заботиться о больном родственнике. Не пускайте ничего на самотек, чтобы не хвататься за голову от случившегося. Коллега сообщит Деве новость, касающуюся сокращения на производстве. Отличный день для учебы и поиска новой сферы деятельности. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вероятно, вам придется усиленно трудиться, с головой погружаясь в свое дело. Вас может интересовать не только результат сам по себе. Заявите о себе как о специалисте высокого класса, и вы почувствуете себя востребованной, авторитетной личностью. Одна из особенностей этого дня – тенденция к объединению деловых и личных интересов. Иными словами, возможно, начало служебного романа или реализация бизнес-проекта, интересного не только вам, но и вашим близким. Личный гороскоп. Активный, творческий день. Жизненный потенциал на высоком уровне, однако из-за противоречивых тенденций дня успех в любой момент может обернуться поражением. Звезды не советуют вам начинать сегодня серьезные деловые переговоры или строить стратегические планы. Не исключено, что вам придется решать домашние и личные проблемы, которые отодвинут на второй план дела и бизнес. Четверг у весов – благоприятный день для работы. Усердие, аккуратность и внимание к деталям позволяют вам избежать ошибок, успешно справиться даже со сложными делами. Легко найти общий язык с коллегами, а руководство готово поддержать многие ваши начинания. Можно обсуждать вопросы, касающиеся развития вашей карьеры. Будет возможность сделать что-то полезное и важное не только лично для вас, но и для людей, которые вам дороги. Не исключены перемены к лучшему в отношениях с любимым человеком. Сегодня вам легко будет найти общий язык, поддержать друг друга.
Любовный гороскоп на сегодня для весов. Первую половину сегодняшнего дня весам по возможности лучше уделить приятной прогулке или поездке. Все рабочие или домашние обязанности следует отложить на вечернее время суток, так как именно в этот период ваша энергичность и активность достигнет максимума. Близкие люди сегодня могут высказаться о том, что им необходима ваша поддержка. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Весы. Гороскоп не советует весам сорить деньгами, особенно если очередное поступление будет через месяц. Лучше займитесь бытовыми вопросами, семейными делами и детьми. Здоровье тоже слегка ослабло, поэтому весам нужно записаться на прием к врачу-специалисту. Только не следует заниматься самолечением и слушать советов соседей. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот осенний день чреват ссорами и конфликтами на почве конкуренции. Возможны невыплаты по задолженностям. Если вы не проявите твердость, то потеряете свои позиции, прибыль и уроните авторитет. Время от времени возникают разногласия с близкими, но речь идет лишь о пустяковых ссорах, которые вскоре будут забыты. Вечер – неплохое время для визита к старым друзьям или приема гостей. Личный гороскоп. Противоречивый день, несущий перемены, приключения, поездки. День может оказаться благоприятным для заключения новых контрактов, для деловых переговоров, обращения к органам власти. Возможно, вам предстоит служебная командировка, которая пополнит ваш бюджет. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. Постарайтесь закончить все дела ко второй половине дня, потому что не исключено, что вам придется решать домашние и личные проблемы, которые отодвинут на второй план дела и бизнес. Четверг для Скорпиона – очень плодотворный и насыщенный день. Вам предстоит решать не только свои, но и чужие проблемы, однако это покажется скорее интересным, чем утомительным. Иногда приходится браться за сложные дела. Но и тут вас не одолевают сомнения, а азарт и энтузиазм помогают быстро достичь нужного результата. Многим Скорпионам удается настроиться на творческий лад, найти неожиданное применение своим смелым идеям. Фантазия не знает границ, и благодаря ей вы сможете получить то, что раньше казалось совершенно невозможным. Любовный гороскоп на сегодня для Скорпионов. Скорпионы ничего не потеряют, если потратят первые утренние часы не на нудную и скучную работу, а на приятное хобби, прогулку или компьютерную игру. Ближе к полудню вы ощутите мощный прилив энергии, и тогда можете взяться за решение текущих проблем. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Поведение Скорпиона будет настолько вызывающим, что близкие люди поразятся таким переменам. Просто вы не можете свыкнуться с мыслью, что вас бросил любимый человек. Если сегодня вы не расстанетесь с прошлым, то испортите отношения со всеми, кто вас окружает. Для укрепления финансового положения Скорпиону нужно найти дополнительную работу. Гороскоп «Дом» на сегодня. Звезды предполагают перестройку жизни от генеральной уборки до переезда в новую квартиру. Вам придется принимать решения и брать на себя ответственность не только за свои слова и поступки, но и за многих близких людей в своем окружении. Личный гороскоп. Неблагоприятный день. Вероятно, неоправданные материальные потери, которые отразятся на отношениях в семье. Если это произойдет, то оцените свои силы и возможности для исправления создавшейся ситуации. Не откладывайте решительных действий. У вас должно все получиться. Во второй половине дня возможно расстройство нервной системы, бессонница. Вам необходимы водные процедуры, вечерние продолжительные прогулки. В четверг, Стрельцы, вас ждет много новых дел и задач, неожиданных предложений и разнообразных известий. Могут сбыться какие-то давние желания, и это положит начало значительным переменам в жизни. Вы не боитесь проявлять инициативу и правильно делаете. Сейчас люди, которые вас уважают и ценят, готовы поддержать даже самые смелые идеи. Нужно быстро учиться новому, и вас это даже радует. Не остается времени ни для скуки, ни для неприятных воспоминаний, которые могли бы испортить настроение. Высок жизненный потенциал. Можно не опасаться недомоганий и переутомления. Любовный гороскоп на сегодня для Стрельцов. Несмотря на весь свой энтузиазм, Стрельцы сегодня вряд ли смогут продвинуться в осуществлении своих планов. Впрочем, во второй половине суток
будет благоприятное время для новых идей и свершений, в которых вы сможете попробовать свои силы. Сегодня по возможности избегайте любых излишних трат и спонтанных действий. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Стрелец». Стрельцу будут оказывать помощь и давать советы все, кому не лень. Хотя, разве это плохо в вашей запутанной ситуации? Не слишком критично относитесь к коллеге, который недавно трудится в вашем офисе. Гороскоп обещает Стрельцу встречу, которая вскоре перерастет в роман с продолжением. Чтобы укрепить иммунитет, в преддверии осени пропейте витамины. Гороскоп «Дом» на сегодня. Любые планы, социальные контакты и эмоциональные привязанности будут носить долговременный характер и в целом могут впоследствии стать неким фундаментом для продвижения по служебной лестнице, успешной карьеры, финансового успеха. Если вы хотите, чтобы вас уважали, сначала вы должны сами себя зауважать. Личный гороскоп. Противоречивый день, несущий перемены, приключения, поездки. Возможно, вам предстоит служебная командировка, которая пополнит ваш бюджет. Или наоборот, суета и попытки решать несколько дел одновременно приведут к ошибкам либо финансовым потерям. В четверг, Козероги, вам нужно как следует обдумать свои планы на ближайшее время. Еще не поздно внести в них необходимые коррективы и дополнения, чтобы в дальнейшем не приходилось отвлекаться. Очень хорошо этот день подходит для общения с влиятельными людьми, потенциальными работодателями и партнерами, представителями государственных организаций. Можно сдавать экзамены, проходить и проводить собеседования. Это весьма благоприятный день и для деловых, и для личных контактов. Вам не требуется много времени, чтобы составить верное впечатление о новом знакомом или разобраться в мотивах поступков близких людей. Любовный гороскоп на сегодня для Козерогов. Козероги в этот день могут перенести все свои важные дела на вторую половину суток, а утреннее время использовать для отдыха и расслабления. Ближе к полудню вы начнете включаться в привычный рабочий ритм и получите удовольствие от решения знакомых задач. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Сегодня Козерог организует массовое мероприятие, на котором сам лично выступит перед огромной аудиторией. Вы поистине талантливый человек и отличный оратор, поэтому готовьтесь получать овации в свою честь. В личной жизни Козерогу следует выработать стратегию поведения с избранником, чтобы сохранить хорошие отношения. Гороскоп «Дом» на сегодня. Если вы постараетесь, у вас может наладиться прекрасное взаимопонимание с родителями. Ваша кармическая задача – уделять родителям побольше внимания, не жалеть своей энергии для общения с ними. Если у вас нет семьи, то вам стоит обзавестись ею. Вам не требуется много времени, чтобы составить верное впечатление о новом знакомом или разобраться в мотивах поступков близких людей. Личный гороскоп. Звезды не советуют сегодня начинать серьезные деловые переговоры. Не исключено, что вам придется решать домашние и личные проблемы. Судьба испытывает вас на тщеславие и вспыльчивость. Не исключен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. В четверг у Водолея спокойный благоприятный день. Если вы беретесь за что-то новое, на первом этапе могут возникнуть трудности, но это не помешает добиться хороших результатов чуть позже. Стоит быть внимательнее к старым знакомым. Старайтесь не забывать об их просьбах, выполнять обещания, которые дали раньше. Во второй половине дня могут появиться новые планы, но касаться они будут скорее отдаленного будущего, чем ближайшего. Не спешите делиться своими замыслами, сейчас вас едва ли поддержат, а вот раскритиковать могут. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Водолеи с утра будут готовы свернуть горы, которые осмелятся встать на их пути, но последующие часы покажут, что за их словами не стоит ничего. Представители этого знака зодиака предпочтут слова действиям, а отдых работе. Возможно, что сегодня, благодаря поддержке родственников, перед вами откроются новые перспективы. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Гороскоп советует Водолею быть точным и дотошным даже в мелочах. Только так вы сможете устранить те ошибки в работе, которые давно на вас висят. Эксперименты в любви лучше приберегите на крайний случай, а сегодня вам стоит быть скромнее с избранником. Вечером Водолей отправится в гости к человеку, с которым не виделся со школьной скамьи. Гороскоп «Дом» на сегодня.
Многих представителей этого знака ждет успех в делах и любви. Роль в судьбе у женщин сыграет мужчина, у мужчин – женщин. Вам не следует быть вспыльчивыми и принимать скоропалительных решений, даже когда все будет складываться на удивление удачно. Личный гороскоп. Ожидается значительный спад в вашем финансовом положении. Вероятно, большие непредвиденные траты, в результате чего вам будет трудно восстановить прежний уровень жизни. Личная жизнь может иметь в своем развитии противоречивые тенденции – забота о близком человеке и разочарование в нем. В четверг рыбам можно понемногу разобраться с накопившимися проблемами, исправить какие-то совершенные накануне ошибки. Главное – не пытаться достичь всего и сразу. Чрезмерная настойчивость не принесет вам ничего, кроме переутомления. Могут напомнить о себе давние деловые партнеры или люди, некогда предлагавшие вам сотрудничество. Отнеситесь к их идеям серьезно, кое-что можно позаимствовать. Желательно найти время и возможность побаловать себя. Не так важно, что вы выберете: купить что-нибудь новенькое, посетить спа-салон или просто почитать книжку. Сам факт, что вы можете исполнить какое-то свое желание, подействует воодушевляюще. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. В начале дня рыбы будут по-настоящему наслаждаться жизнью и полной гармонией в любви, творчестве и общении. Сегодня благоприятный период для проявления вашей индивидуальности и неповторимости. Ближе к вечеру вам придется задуматься о составлении графика режима дня, благодаря которому вы будете успевать сделать гораздо больше дел. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака рыбы. Рыбы сегодня возьмут слишком высокий старт. Ненароком вы можете обидеть и задеть резким словом близкого человека, поэтому будьте аккуратнее. Сегодня вам предложат помощь состоятельный человек, ни в коем случае не отказывайтесь. В семье у рыб может произойти скандал на почве ревности. Если виноваты вы, то постарайтесь пойти на компромисс. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вследствие благоприятного расположения звезд, утро этого дня подходит для любых начинаний. Подготовка лекции, доклада, проведение собрания и конференции пройдут успешно. В контактах помогут возросшее остроумие и дар убеждения. Личный гороскоп. Сегодня вероятны значительные перегрузки, как физические, так и нервные. Не все представители рыб смогут справиться с возникшей ситуацией. Не рекомендуется начинать серьезные деловые переговоры, подписывать важные договоры и отправляться в путешествия. Все эти мероприятия не оправдают ожиданий. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!